А когда я была маленькой, как ни странно, куклы меня не интересовали вообще, потому что кукол я не воспринимала как игрушки. Игрушки, они вообще скучные. Ну что, их одевать, раздевать, раздевать, одевать. А в детстве я, напротив, собирала большую коллекцию динозавров резиновых, всяких драконы, динозавры, там монстры. Ими можно было там драки устраивать, то есть такой экшен. Меня интересовал экшен именно. Поэтому кукла для меня появилась уже именно в подростковом возрасте. Как идеал, но ни в коем случае не как игрушка. А в детстве я мечтала стать палеонтологом, изучать динозавров.